Айзек и его мама жили одни в маленьком домике на холме. Айзек был сам по себе. Он рисовал картинки и играл в игрушки, пока его мама смотрела религиозное телешоу. Жизнь была прекрасна, и они были счастливы. Но однажды мама услышала голос, зовущий ее. «Твой сын грешен. Ты должна отстранить его от этого». «Да, милорд, я сохраню его, что там». Она зашла в его комнату и забрала все, что его портило в его жизни. После звук продолжился. «Айзек все равно грешен, ты должна его закрыть в его в комнате, чтобы он молил о прощении, или прощении грехов». «Да, я сделаю все, как вы мне приказываете, милорд». Она закрыла Айзека в комнате. Совсем одном. Через какой-то промежуток времени мать снова услышала голос. «Ты сделала все, что я сказал, но чтобы доказать мне свою любовь. Но ты должна сделать еще кое-что». «Да, мой милорд, что вы, все, что вы прикажете», сказала она. «Ты должна войти в комнату и оборвать жизнь Айзека, чтобы доказать...» «Зайди в комнату Айзека и оборви его жизнь, чтобы доказать свою любовь мне или преданность мне, и не только мне». «Да, милорд». А мать взяла нож для мяса. Айзек, увидев это через щель в двери, был испуган или напуган. Он бегал по всей комнате, чтобы найти, где спрятаться. Уже отчаявшись, он нашел люк под ковром. Открыв этот люк, в этот же момент зашла мама. И Айзек прыгнул в неизвестные глубины. Да, как-то так, и... И всем хейо, гайз, это с вами Шимики, и это The Binding of Isaac Attributes Plus. Говорю сразу, да, я в него играл. И я купил, у меня есть лицуха теперь, и можно начинать. Давайте, короче, на файле 3 будем все делать, да, я думаю. Так, что у нас есть, сразу говорю, челленджи тут различные. Ой, нужно проверить насчет звука. Как все записалось, как все настроилось. Так, да, ой, у меня шмоды стоят, черт. Ну, вы видите, да, вот. Разный. Так, Аполлон, все закрыто, короче говоря. Это все вообще должно быть закрыто, да? Их вообще не должно быть видно. Так, моды. Моды у меня вот такие вот стоят. В основном там написание и изменение внешних видов. Так. Так, давайте я, короче, вот что сделаю. Остановлю запись, посмотрю, что получилось, и продолжим. Так, все, запись идет. Так, я начал, короче, снимать теперь с помощью OBS. В принципе, графониум очень хороший я сделал. Максимальный. О, видите, все. Все закрыто, все хорошо. Так, у нас Айзек. И чтобы мы с вами смогли использовать моды, которые я хочу, нам нужно сначала пройти. А пройти нам нужно любым, убив сердце. Ну, короче, это в дальнейшем все расскажу. Так, у нас есть две сложности. Normal и Hard. Grid — это специальный мод. Ну, как не мод, а модификация, можно сказать, в игре, которая позволяет, типа, как арена. Ладно, давайте, короче, начнем тогда с Normal. И в дальнейшем будем играть только почти на Hard. Чем отличается Hard от Normal? Во-первых, это сложность боссов, а можно сказать, их ХП. Немножко прибавляет там хпшки. И все такое. Так. Да, тут есть различные... Тут много комнат, скажу, это сразу роглайк игра. Много комнат, много шмота и все такое. Комнаты регенерируются рандомно. Что мы с вами будем в основном делать? Реролить комнаты. Так, вот. Это XSL. Нет, это нормальная комната. Первый минус. У нас с вами нету ключей. Почему два этих? Так, это хорошая бомба. Во-первых, она дает нам 5 бомб.
при взрыве есть шанс, что дастся что-то хорошее. Это монетки, ключи, бомбы, сердца. Нас это не интересует, поэтому мы реролим до хорошего шмота. Реролл, 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 реролл. Наша цель найти... О! Так, о, достижение. Мистер Рефраус. Так, половинка сердца у нас есть. Лимонная херри. В принципе, хороший предмет. Если так можно вообще сказать. Мы просто мочимся, сказать так, на пол. И это наносит урон врагам. Нам нужна хорошая комната, зубастая. Так, это у нас что? Это у нас замедление. Черные сердца. Давайте дальше. Мне нужно поискать на урон. Минус в бейсе. Какой, сразу говорю. Это нельзя ставить на паузу. Так. Фрукти кейк. Фруктовый кейк. У нас слезы начинают быть рандомными. В принципе, предмет хороший. Поэтому давайте с ним и походим. Я думаю, в какой-то промежуток времени. Ладно, хотя нет, я передумал. Нам нужно урон. Чисто что-то на урон. Жесткое такое. Так. Пунбендерс. Там направляющие слезы. Нам нужен урон. Давайте, короче, я остановлю запись. Продолжим, когда я что-то уже найду. Потому что я чувствую, это будет долго. Хотя, так, мертвый лучок. Да уж. Спектральные слезки, но маленькая дальность. Скорость стрельбы. Сразу расскажу о бафах, которые здесь в игре есть. Вы это все... О, это мы берем, это... Хорошее перо, которое наносит очень много дамага врагам. Это активный предмет. Так, первое это где у нас тапочек, да, нарисовано или что это? Это скорость передвижения нашего героя. Второе это дальность... Вот, слезы нашей. Потом идет... Скорость скорострельности, скорость полета самих слез, урон, удача и шанс на адскую и райскую комнату. Так, есть хорошие камни и обычные камни, взрывные камни и... Ну, короче, много видов камней, так говоря. В нашем случае нам повезло и у нас уже сразу выпал хороший камень. Хорошие камни можно отличать от обычных, вот. Во-первых, на первых этажах это меняется цвет камней с каким-то там процентом шанса. Второй это крест на них, как вы вот видите, да, вот. Так, ну ладно, мы с вами это дело взрываем. Да, мне не повезло, есть шанс то, что там выпадет сундук золотой, как у нас в нашем случае, да. Может выпасть сердце. Одно сердце, два сердца, ключи могут выпасть, бомбы. Может выпасть все что угодно. Так, давайте я, короче, продемонстрирую. Так, там есть бомбы, это хорошо. Прыгуны. Много есть видов мобов. Очень много. Так, есть шанс, что эти еще враги будут разделяться на фанлое. Вот. Ну, это зависит уже от рандома. Костры. Есть дохера видов костров. Ох ты ж, ё-моё, сколько нам монет выпало. Много видов костров. Как хороших, так и плохих. Хорошие это обычные костры и не костры. Так, давайте я сразу заюзаю. Вот, вы видите, моментально. Так, это, если я не ошибаюсь... Так, черное сердце. Скорость атаку нам увеличит. Ну, понижает, кажется, дамаг. Если не ошибаюсь... Ага, скорость увеличивается, но дальность... Полета уменьшается. Скорость полета. Плюс одно сердечко. Окей. Пахнет. Ладно, давайте я, короче, заберу все-таки батарейку. Батарейки нам реролит. Ну, не реролит, а восстанавливает заряд предмета. Ну, есть несколько предметов, которые не заряжаются сразу же после поднятия батарейки. Это голосотуны. Это самый мощный предмет в данной игре. Из-за его просто невероятного урона. Так, костры, костры. Так, запись же идет. Да, уже 6 минут, нихера себе. Я снимаю на максимальную скорость, ну не скорость, а в качестве, как я говорил. И максимальная производительность.
То есть у нас лагов вообще никаких фризов нет. Что у нас в игре, то у нас и приснять. Итак, красная летающая муха, дамаг большой. Кажется, если не ошибаюсь, 40 дамага. Таких мух есть два вида. Красная и синяя. Также есть мухи-орбиталки, которые в основном защищают вас от попаданий. Так, эти перья стреляют только крестиком, они не страшны. Так, ладно, давайте я, короче, их поубиваю просто так, сразу. Не буду тратить время. Так, пилюльки. Heal up. Окей, нам повезло. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я уже дамаг получил. А какой есть минус? Если мы, вот допустим, на втором этаже и в дальнейшем потратим хотя бы половинку сердца красного, то сделка именно адская у нас сбросится. Но если у нас откроется сейчас адская комната, и мы там просто ничего не возьмем, у нас, значит, будет О, Monster Teeth, то у нас будет шанс на райскую комнату 50%. Так. Боксик. Что у нас тут? Бомба, монетка, ключ, это хорошо. Так, карта, Stars. Так, жучок. Я не помню, это кажется... Ага, скорость, ну они будут вот так идти. В принципе, нормально. Скорость. Локап. Это хорошо. Что у нас в адской комнате? Так, 20% на адскую комнату плюс дамаг. В принципе, хорошо, но у нас есть райская комната. Райская комната, замечу. Но мне, конечно, идеально будет собрать одного персонажа и как можно быстрее. И этот персонаж у нас это Азазель. В основном это пока что самый имбовый персонаж из-за огромного урона, полета в начале игры, и у него в основном только черные сердца. Так, ладно, карточка Stars нас телепортирует к... даже не к, а в золотую комнату. Поехали. Монстро. Монстрик. Так, фул хилап. Что он делает? Мы зажимаем кнопку атаки, и он пуляет снарядики. Как-то типа того. В принципе, нормально. Так, 36 на комнатку у нас есть. Магазины. В магазинах может быть все, что угодно. Для нас идеально это сейчас заполнить, попытаться магазин. Вот, автомат. Максимально можно автомат заполнить на 1000 монет. В нашем случае, так, у нас был мэп. Нам нужно заполнить, как мы можем... А где еще 3 монеты? У меня же 15 было, нет? Как мы можем больше, чтобы улучшить сам магазин. В данный момент мы можем купить только 2 предмета. Однако, если же мы... будем заполнять автомат, мы можем его улучшать. В конце концов, максимум предметов, который будет предложено на покупку. Так, ну это просто очень жирный враг нам попался. Куколчик. У него есть... Вот это херь! Нужно быстро на реакцию, но у нас маленькая скорость бега. И это плохо. Ох, муха убила. Окей, нам не повезло. Рейндж... Удача, так, синькое сердце. Давайте, хотя, зачем тратить время, я думаю. Так, хотя нам нужен ключ. Ключ бы нам не помешал. Ладно, давайте тогда с вами походим. Я уже проверил другие игры, более графонистые. И как оно будет ударить? Ой, ключ. Целое сердце забрал, вот зараза. Я невнимательный. Ну ладно, это уж мои проблемы. Чем приколен Айзек? Парализация. Большое, просто огромное количество. О, сердце. Комбинации предметов, которые мы можем с вами сделать. Много видов врагов. Очень много видов врагов. Предметов около 400, там 400 с чем-то. Если их даже не 500 чем-то. Ну, как-то так. Ну, допустим, вы сейчас видите, да, у нас только открыто 6 уровней. Это 6 этажей. Но в дальнейшем оно будет увеличиваться. И максимально, кажется, будет это 10 этажей.
Нет, подождите. Сейчас 6, 8, 11 этажей будет. Это максимально. Ну, конечно, есть... Ой-ой-ой. Много модов. На игру очень много модов. Вы уже видели, которые у меня стояли. Это были там, ну, чисто для вида. Для описания предметов. Потом для улучшения всяких самих вещей незначительных. Ну, чем же... О, черные мухи. Они безопасны. Они вам вообще урон не наносят. Так, давайте, короче, убивать. Да, я что-то постоянно темы меняю. И договариваю одно, начинаю второе. Графон. Максимальный FPS, какой у нас на экране, но очень много весит. Вот помните, когда я сказал, сейчас нужно проверить запись? Я проверил, и начало было уже 6 гигов, понимаете? Нет, я вру. 3 гига. Так, нам нужен ключ. Блин, мне нужен ключ срочно. Чтобы открыть золотую комнату. Золотые комнаты, ай, это всегда хорошо. Так, нужно убивать их. Блин, я могу просто потратить активку, но не вижу смысла. Ну как вот эта херь меня надамажила? Да, скорость атаки это хорошо, но дальность тоже не помешает, потому что есть различные враги, которые могут взрываться. Если же звук будет говняный, я буду его... Так. Это у нас больше падает ключей. Хорошо. Так, хороший камень. Давай. Так, ключик, отлично. Вот этот такой именно шанс, чтобы выпало два сердца и ключ. Ну, процентов где-то 7 с чем-то. Может, даже не меньше. Я точно не могу вам сказать. Так. Книжечка Голиафа. Да? Ну, это я сам называю их так. Острый монумент. Мануал. Вызывает любого существа рандомного. Ну, не существа, да, типа... Вот, как вот этот у нас пупс, да, вот этот монстр мелкий. Так мы можем и вызывать... А, я подумал, я пластиковую девочку собрал. Так, больше ключей, но... Блин, нужно ли оно мне? Да, нужно, потому что скорость... Либо это тоже хорошо, но это получше будет. Так, главное, пауки вот эти большие могут разделяться на мелких. Челленджи? Есть хорошие челленджи, есть очень тяжелые челленджи. Но нам нужно с вами сначала пройти Айзека в первый раз. Концовок здесь очень много, поэтому... Так. Еще один предметик. Кост, пошли. Лил Хантер. Маленький охотник. Осторожно. Так. О, спасибо, ребятки, вы нашли мне потайничок. Дайте мне, пожалуйста, пилюльку. Так, любезный. Ран Визор. Так, Ран Визор, с одной стороны, хороший, но... Да, меткость будет плохая. Лучше здесь что сделать? Подождать определенный промежуток времени. О, черт. Дождался. Хантер атакуй. Так. Красный сундучок. Может выпасть как активный предмет, так и предмет дерьмо. Что же? О, все, Визор пропал. Также может тель... I can see forever. Так, давайте это ставим, короче, до босса. Ну, на следующий этаж. I can see forever. Я вижу все. Так, бомба. Хорошо, что здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу тушим костры. Красные. Ай-яй-яй, меня уже атаковали. Черт, я не увидел. Не увидел, не заметил. Тупой костер. Ай, ладно. Тихо, главное вот эту бочку не взорвать. И не хочу тратить бомбы. Вот это хорошие, как бы, сундучки. В них в первую очередь это монеты. Много дропа есть. И хорошие предметы, которые из них могут выпасть.
Походу, я везунчик. Так, это голова Боба. При полете она взрывается. Плюс 5% на адскую комнату. Голова кота. Либо кусочек гарпии. Мухи. Тоже есть много предметов активных, которые можно вместе вот так взаимодействовать. Но в нашем случае нужно убивать всю эту херню. Ой-ой-ой! О, хорошо, что он по мне не попал. Так, готово. Вилчанги. Так, скорость передвижения на троечку. Лазарис мы открыли, нового персонажа. Так, здоровенько. Здоровенько. Так, это у нас дамаг с вами. Так, хорошо. Плюс еще скорость передвижения оказывается, но не так важно. Нам сейчас важно, чтобы еще один раз открылась сделка. Очень важно. Если открывается, мы получаем персонажа. Азазель, которого я хочу. Чтобы его открыть, нужно сделать три сделки. Делаем три сделки. Все окей. Так, скелеты в основном... О, хороший камень. Блин. Ладно, давайте наверх. Катающие мозги. В основном они только катаются там, где... Короче, около стены. В основном враги не очень сильные, но если их много и комната маленькая, это будет проблематично. Ладно. Ой, I can see forever, забыл. Этим нужно только в спину стрелять. Есть несколько видов, вот такой как Айзиком. Они быстрые. Так, тихо. Почему мне так везет на это говно? Можно только стрелять им в спиночку. Iron Wizard, так, выкинем. Чтобы выкинуть, нужно зажать контр. Так, больше. Больше. Монетка, ради монетки одной я не собираюсь хотеть. Мозги. Так, вот это, короче, теперь кровь. Она наносит нам урон, если мы до нее дотронемся. Так, узкая комната, навряд ли там что-то будет. Ненавижу таких, это прыгуны. При прыжке наносят урон звездочкой, но не урон, а... Ой-ой-ой, тролль-бомба. Как бы пятно оставлять вот это кровавое. Так, нужно отсюда выбежать. Так, отлично. Отлично. Так, там она водная херь. Нужно убить их, чтобы не мешали. Так, батареечка. Что здесь у нас? Черепок. В принципе, идеальный предмет, если у вас... как бы у вас падает там нога, мать мамина. Ну, это вы сейчас увидите все в следующем уровне. О том, если взрывные мобы есть. Вот я, помните, зеленые ходунчики, которые типа стреляют бомбами? Они вам не будут вообще наносить урона. Потому что вы будете его блокировать. Так, окей, давайте, что здесь у нас внутри? I can see forever. Давайте улучшать на монетке. Все, автомат заполнен. Так, ага, у меня консоль не работает, пока мы не убьем сердце. Очень много у нас монеточек. Так, можно купить как бы этот предмет, но он активный, во-первых. Я не уверен, что он мне нужен. Как-то так. Так, из этих могут выпасть мухи красные, могут выпасть скелетики. Желательно очень близко к ним не подходить. И чтобы они вас не зажимали. Ой-ой-ой, скелет появился. А, черт, ладно, мне, в принципе, много сердечек. Блин, сейчас главное... Подождите, не-не-не, тихо. Где у нас была секретка? Нужно его взорвать, чтобы удали 5%. 2%? Ладно, 2% с половинкой. Кто здесь? Монстр 2. Ой, тварь. Он сложнее, чем обычный монстр. В первом прыжке, вот таком, вызывает мух, который мне бесит. Второй толп серым. Того персонажа, которого хочу открыть, он также может вот так пулять. Но есть один нюансик.
нас будет с вами проблема. Очень маленький радиус. Так, кажись, это скорость передвижения и скорость стрельбы. Так. Полет от слез. В принципе, нормально. Теперь наше задание, это чтобы нам повезло. Блин. А давайте я вот что сделаю. Так, не туда. Черт, черт, черт. Как он меня бесит. Ай. Постоянно прыгать. Постоянно. Нам нужно с вами пойти это... в шипастую комнату. В шипастой комнате мы, может быть, если будет там... красненький сундучок, это будет идеально для нас. Идеально, как я и сказал. Так. Визор. Так, масло. Масло это плохо, сейчас пускай оно пропадет. Блин. Плохо, плохо, плохо. Нужно еще искать сундук красный. Чтоб нас телепортировало. Чтобы нас с вами телепортировало к сделке. Если мы открываем какой-то сундуки, и есть какой-то процент того, что нас телепортнет. Ну, нам не повезло. Ладно, давайте тогда взорвем камень и пойдем далее. Так, бомбы и сердечко. Отлично. Побежали. Скорее всего, это гигабайтов у меня будет 30 занимать. Вот это прохождение, этот забег. Най, закрытая. Ай-яй, плохо-плохо. Так, невидимки. Так, сразу костры вот эти херовые ломаем. Блин, мне бы... Блинский. Ой, мини-ангелы. Тихо. Я понимаю вас тут до хера. Вы опасные. Но мне проблемы не нужны. А, это то же самое, что и бегуны, только летуны. Эти бессмертные, поэтому их лучше не убивать. Есть несколько таких видов. Красные это взрывные. И есть еще второй вид. Это... так. Сундук. Ну, блин, давайте. Оп, мостик. Монетки. Заходим. Да, хороший предмет. При покупке нам, короче, будет теперь все реролить постоянно. Ключик, карта. Вид, ключи. Magical attack. Все, да? Окей. Буду надеяться, при убийстве манки нам повезет и не будет видео. Потому что если будет начнется видео, то считайте это... О, вот все. Главное убить того. Этот более хиленький, и он в основном только срет. Также этих червей можно убивать с помощью бомб. Одна бомба, и он мгновенно умирает. Прыгуны. Так, пилюлька, что это у нас? Патти флайер. Так, хорошая там ухо-орбиталочка. Отражает слезки. И она будет у нас до конца забега. Это очень хорошо. Очень-очень хорошо. Так, поехали. Вот черт. Не повезло. Не повезло, так не повезло. Так, Magical у меня есть. Magical я заюзаю. Вам и в этом. Уже против мамки. Так, унитазы нужно убивать. Тратим монетку, заходим. Опа-на. Какие у нас здесь ребятки. Ключник, давай я тебе все дам. Все свои ключи оставлю только несколько. Так, золотой сундук. Так, красный сундук. Красный сундук, хорошо. Обычный сундук. Ух, какую-то везучесть. По одному ключу тебе нужно было давать. Пожалуйста, дай мне активку. Ладно, давайте я, короче, открою сейчас сундуки. Ладно, все. Тык-тык-тык, собираем все, что здесь есть. Собираем. Локап. Феромонцы.
Так, давайте теперь здесь. Что здесь? Мы можем тратить в них сердца. Да. И получим вот это монетки. Все. У нас с вами много. Много. Давайте я ему теперь все подаю. Давай мне шмотки. О, он сразу дал нам артефактик, это отлично. Так, взрываем это все дело. Сердца, да? Бежим обратно в магазинчик. Вот тут верхний. Пока у нас есть хороший предметик, мы должны скупиться. Может, там будет карта очень хорошая. Я на это, конечно, надеюсь. Черед, это быстро бегать. Lovers, это жизни. The lovers. The full teleport. Ладно, давайте взрывать. Блин, это мне нахер не нужно. Не нужно. Карту дайте, пожалуйста. Так, сердце я могу купить. Нет, это не нужно. Кажется, я пожалею о том, что я сделал, да? Либо можно походить сейчас и поискать монет. Хотя нет, она не работает. Это бомба на один раз, пивка. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Ладно, тогда так. Все, побежали. Побежали. Так, там сундук, я его не достану. Плохо, блин. Я надеялся на... Блин, нужно было дальше покупать карты, да не морочиться. Красные карты — это очень редкие карты. И там может быть очень хорошие вещи. Есть карта, Devil называется, она телепортирует вас к сделке. Но нам, несчастью, не повезло. Так, две монетки. Есть другие еще персонажи, которые можно открыть. Это Кейна. Можно собрать 55 монет за один забег. Именно собрать. Так. Бримстоновые паучки. Ай. Ладно, там у нас не проблема. Мы финального-то убьем. Убьем без проблем. Убьем без проблем. Головешки. Давай, убиваем. Отлично идет у нас все. Ой, тихо. Отлично. Адская сделка, черт. Утроба открыта, XSL. У Айза, короче, потерял всю надежду. И он уже посмирился с тем, что умрет. Я люблю вас, милорд, я сделаю все, что вы прикажете. Айзек уже, типа, вот это потерял уже любую надежду, скорее всего. Потому что мать была высокой и сильной. Но он вспомнил о боге, думал о боге. Книга упала матери на бошку, и она умерла. Это был конец. Знаете, такой пиксельный графон, а потом вот так. Ну, как-то так мы прошли с вами Айзека. Так, вомб открыто. Челленджи, много челленджев, очень много челленджев. Так, The Harbit, они идут. Куб, типа, куб и мясо. Куб мяса и пластиковая девочка, это уже отсылочка к мидбою. Ладно, давайте тогда в следующей серии мы с вами пройдем челлендж, и я вам уже скажу какой, потому что он будет самый быстрый, самый жесткий, ну, не именно по сложности, а по быстроте прохождения, можно также так сказать, slow roll. А дальше там будем с вами уже потихоньку разбираться с этими всякими челленджами, потому что за них дают всякие тоже шмоточки, предметы. Ну, потом это все поймете. Ладно, давайте тогда на этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, на новых встреч, друзья. Всем пока.